немножко не справились. Ну, как-то не задалось. Вы то ли устали, то ли переволновались. Подскользнулась, и меня это, конечно, выбило. Вторая-то половина была станцована очень хорошо. Но я все равно приветствую то, что вы идете вперед. Это были первые наши такие самые низкие оценки. 8. 7. Я была готова к тому, что мы уйдем. Две пары, претендующие на вылет, набрали одинаковое количество баллов. Решением жюри в шоу остается пара Екатерины Волковой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. А ты что хочешь? Моя задача увести жену у мужа. Красиво вообще. На этот раз у нас танго, но основное то, что танго втроем. Раз, два. Назад. Она будет танцевать на паркете вместе со своим мужем. И об этом уже было столько много разговоров, что, мне кажется, сейчас настал тот момент, когда мы должны это сделать. Я в этом номере как приглашенный персонаж, который им помогает раскрыть эту картину. Хоп! Вместе здесь. Почему-то мы в одно место. Мне кажется, мне надо вот сюда под попу брать. Не, под попу давай я возьму. Ну, бери. Мы абсолютно хорошо, гармонично работаем. Даже танцуем с ним вдвоем. Неожиданно. Соответственно, нужно будет выбрать одного мужчину, одного партнера. Я не знаю, кого я выберу. Так давай сделаем ей сальто, пусть она станцует. Она станцует сальто, что? Какое туда, еще назад? Сальто? Нет! Раз, два. Вот с Андрюхой у меня сейчас с нуля. Просто нам тяжело притереться, как вот партнеру. И туда иди уже. Да пойду, ну. Пойду. Ты сам на мне висишь, я тебя держу. Я чувствую твой вес. Но сейчас я поняла, что у меня Миша золотой. Мне настолько комфортно и легко. Мы должны сегодня ответить на вопрос. Танго втроем. Разве это возможно?